Приветствую вас, и если вы решили посмотреть мой ответ, то начать я его хотел бы с того, чтобы, как бы сказать, отметить, что информации, которую вы предоставили, не очень много, и многое придется предполагать. Я попытаюсь вам помочь, я попытаюсь ответить на ваш вопрос, но поймите, пожалуйста, что вы его не написали до конца. И если вам хочется получить более подробную консультацию, более конкретную, то допишите его хотя бы мне в личку, я постараюсь вам помочь. А теперь по поводу самого вопроса. Если в течение полугода у вас не получалась встреча с человеком, с мужчиной, который вроде как испытывает к вам какие-то чувства, это значит, кому-то выгодно, кому-то так удобно. И думаю, что поскольку пишете вы сюда, это точно удобно не вам. И выгодно тоже не вам, а скорее всего мужчине. И в этой ситуации вам, как женщине, нужно сделать следующее. Чтобы убедиться в том, что мужчина чувствует к вам искренние чувства, чтобы убедиться в том, что он действительно стремится быть с вами, а не как-то иначе, оставьте свои попытки со своей стороны наладить отношения и встретиться. Он мужчина. И как мужчине ему брать инициативу в свои руки. Как мужчина, именно он проявляет инициативу, и именно он организует свою встречу, если он действительно заинтересован в том, чтобы с вами увидеться. А если нет, то простите. Ему так удобно, ему так хорошо, ему больше ничего не нужно. То есть он может обещать вам встречу специально, чтобы вы с ним общались. Он может с вами переписываться, потому что ему так хорошо, но на большее он не претендует. Большего ему не нужно, а вот вам нужно. И если вы будете продолжать в том же духе, как будто сейчас, то вы рискуете потерять много времени впустую. Потом еще и разочароваться и страдать от того, что мужчина вас предал. Ну или не оправдал надежды. Что в принципе одно и то же. Чтобы этого не произошло, скажите, нужно сказать достаточно жестко и прямо. Дорогой, мы довольно долго планируем встречу, у тебя все не получается. Я понимаю, но я начинаю сомневаться в том, а действительно ли так она тебе нужна. А общаться впустую я с тобой не хочу. Поэтому, пожалуйста, если ты хочешь со мной встретиться, то предприми какие-то конкретные шаги, соверши какие-то конкретные поступки, чтобы со мной увидеться, чтобы я перестал сомневаться, потому что наши отношения на расстоянии. Я не знаю до конца, что ты делаешь в другое время, пока мы не общаемся, например, не переписываемся. И у меня возникает подозрение, ибо я тоже человек. Пожалуйста, прояви твое желание, покажи мне его, иначе я подумаю, что ты просто мной пользуешься. Примерно так вам нужно сказать. И если мужчина действительно к вам искренне относится, он начнет что-то предпринимать. А если нет, то это говорит только об одном. О том, что человек по своей сути, просто использует вас для своих потребностей. В этом случае на вас посыпятся обвинения, претензии, может быть даже ругаться на вас будет мужчина. Это будет означать, что вы ему не очень-то нужны. Или, что он отвел вам определенную роль, и кроме этой роли, больше вам он никаких других ролей не дает. То есть он обозначил вам место в своей жизни,
и на большее вы претендовать права не имеете. Хорошо это или нет, мы говорить не будем. Вопрос в том, устраивает ли это вас. Если устраивает, вопрос один. Если не устраивает, то что делать, вы знаете. А это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду вам благодарен.